До самой масштабной, яркой, модной вечеринки этой весны осталось всего пару недель. Ведущий Korean Music Party 2017 Виджей Серж рассказал новые подробности предстоящей тусовки. Уже на днях начнется отбор лучших певцов и танцоров в стиле кей-поп, регистрация которых проходит в официальной группе ВКонтакте. Сразу же скажу, что не все группы пройдут, поэтому не нужно обижаться. Мы все-таки хотим видеть на Korean Music Party качественные проекты. Вот, поэтому вам нужно выложиться на все 100%, будут оценивать ваше выступление жюри. Я буду тоже сидеть в жюри, но я сразу же скажу, что я добрый человек, поэтому буду делать какие-то поблажки. Вот кому нужно строить глазки, чтобы попасть на 7-ю грандиозную кей-поп-вечеринку. Кстати, заявки на участие поступают со всех городов Казахстана. Фанаты корейской попсы мечтают еще о том, что Korean Music Party пройдет и в других регионах страны. На самом деле это же очень сложно — собрать команду, финансы и наполняемость. Какая-то же должна быть вечеринка, потому что если мы в Алмате можем пригласить каких-либо звезд, я имею в виду даже гостей вечера, вот у нас будет Луина и Мистерионс, то в какие-то другие города это будет очень сложно сделать. Вот. Но поэтому не ждите чуда, а приезжайте в Алмату 25 марта. Но если будут все-таки вечеринки в других городах Казахстана, мы обязательно об этом сообщим. А вот как гремели кей-поп вечеринки телеканала Музон последние 6 лет. Запоминаем, 25 марта, ночной клуб «Сова», 15:00. Korean Music Party 2017. Лучшие музыкальные и самые продвинутые слушатели.